Всем привет! Мой сегодняшний обзор посвящен моему заказу по каталогу Avon за февраль 2016 года, который у нас уже действует. Сначала хочу передать привет Зосе и Клаве. Вот, кстати, может даже будет видно. Вот такую бумажку специально написала. Привет! Еще Аня, которая, кажется, из Москвы. Ну и там потом, походу, будет еще один привет. В общем, Avon мне прислал вот такой вот календарик. Теперь у меня есть календарь на следующий год. Не надо рисовать его. Тут какая-то фигня рекламная. Довольно забавный календарь. Мне он нравится. Так, а еще он мне прислал за 20 рублей помаду. Когда я ее увидела, кстати, она сейчас на мне. Вот так она была заделана. Я стала соображать, думаю, кто же мне заказал помаду, не могла вспомнить. Потом поняла, что это не заказ, а, видимо, подарок. Посмотрела по бумажкам, документам и поняла, что это подарок, оказывается, за 20 рублей. Ну, прикольно. Новая помада такая. Помада оказалась, я что-то думала, будет красная, но она вот такого цвета. Кстати, мягкая, по ходу дела увлажняющая. Очень приятная на губах ощущается. И цвет, ну, ближе к нейтральному, мне кажется. Но мне нравится. В общем, можно сказать, я люблю Avon. И тоже вот уж раз я начала с подарков, это я заказала по баллам. Скраб для тела, шоколадное удовольствие. Вообще, с Аленкой тогда советовалась. Привет тебе, Аленка, если ты меня смотришь. То сначала думала шампунь заказать. Но под конец мне как-то все перемешалось в голове. И в результате я даже забыла, когда стала получать заказ, что же у меня там. Но я еще со вчерашнего дня немножко болею. И благодаря этому несколько торможу. На почте, когда меня спросили, сколько у меня коробок, я думаю, блин, а сколько у меня коробок? Ну, у меня одна коробка оказалась и довольно большая, хотя в ней не особо много было. Кстати, очень вкусно пахнет. Сейчас. И он совсем не шоколадный, а такой... Ну, в общем, если шоколад, очень сильно разбавили молоком. Сегодня, может быть, даже я его попробую. Ладно, иди. Так. У меня заказ в этот раз состоит из кучи пробников от Заремки, ее подружки. Я даже не буду их показывать там по номерам, я просто покажу, какие они тут есть. Потому что их очень много. Еще хочу сказать, что каталог за март 2016 года шикарный, мне очень понравился. Даже если у меня в этот раз не будет никаких клиентов, клиентских заказов, то я точно наберу там заказ, как минимум, на одной туалетке. Вот еще тут. Вот. Еще. Некоторые там повторялись. Еще был пробник новой туалетки. И она мне очень понравилась. Это что там у нас было? Кажется, Прима. Я даже не знаю, как передать, чем она пахнет. Напоминает слегка, что-то такое у них уже было. И не только у них. Местами даже мне кажется, что розовый жасмин. Есть такая водичка из Цветы России, кажется. Я дарила ее года 2 или 3 назад своей бабушке. Очень классная. В каталоге написано, что она держится до 8 часов. В каталоге также есть страничка, если вы, допустим, не заказали пробник, которую можно отогнуть и понюхать. Вот такой каталог. Но я думаю, обзор нам сделает Аленка или кто-нибудь другой, потому что как-то я не совсем сильна во всех продуктах Avon. Продолжу свой показ этих пробничков. Тут что-то было из Голда, что-то из Ультра, что-то вообще не знаю из чего. Ой, потом в кровати их буду собирать. Ну и Заремке, я думаю, привет не обязательно передавать. Вряд ли она смотрит мои видеообзоры. Но тут у меня получилось так, что 2 заказа у меня было из Питера. Сейчас еще будет один. С приветом. Так, и вот последний. Пробничок.
Так, это вот у меня заказ крем для рук. Вообще тут крем для рук, для локтей, кажется, и ступней. Планета Спа. Явно он сделан, наверное, в Польше или еще где-то. Потому что, да, на польском тут все. В общем, Планета Спа, не помню, с чем он. Ну, по-моему, с Карите. Вот такой вот кремик. Это для Валеры из Питера. Привет тебе, дорогой. Я думаю, ты меня смотришь. Сделан он 5 ноября 2015 года в 12:26. Польша. Что-то мне вот такой конкретной Польши даже не попадалось. В общем, вот такой вот крем. Не пользовала, не знаю, но думаю, понравится. Для увлажнения супер сухой кожи рук. Так, это у меня 2D-тика. Это заказ у меня от одной библиотекарши для ее дочки. Просила разные. И еще ее же заказ. Вот эта вот свечка. Должна быть там с бергамотом. Я уж ее не буду открывать. Потому что все-таки, ну, как сказать, заказ там человеческий. К тому же она так запаяна в этом пакетике. Она была за 229 рублей, кажется. Вообще свечками я не пользовалась такими, ничего сказать не могу. Но она заказывала у кого-то раньше и сказала, что и тому, кому она заказывала, там понравилось. Уже ее в Краснодаре держу. Вот такая свечка. Так, это у меня заказывала Маша, которая меня не смотрит, поэтому привета ей не будет. Повязку на волосы тоже распечатывать не буду. Вот такая вот беленькая. Планета Испан. Думаю, будет довольна. Так, а это я заказал там мультифункциональное масло для тела с родниковой водой. Вулкан Исландии. 150 миллилитров. Вообще, когда читала отзывы в интернете, там писали, что можно добавлять несколько колпачков в ванну. В основном из-за этого и заказала. Сейчас мы посмотрим. Пахнет каким-то мужским парфюмом. Таким отдаленным. Ну и вот эти вот пробничек, про которые я говорила, который сейчас на мне, он такой чуть-чуть розовенький. Вот прям не знаю, то ли дождаться действия третьего каталога и заказать там за 699, он плюс там 10, за 10 рублей можно будет лосьон для тела и пакет подарочный заказать, то ли делать заказ по второму каталогу повторно и уже по демо-цене за 480 заказать это духи. Ну и последняя часть заказа, это у меня гелики. Заказала я, как Аленка советовала мне после нашей встречи, кремовый. Дивная сказка с роскошным ароматом сандалового дерева и ванили. Кстати, сейчас узнаем. Колпачки, конечно, у них такие дико открывающиеся. Чем-то приятным, но непонятным. Или просто на мне сейчас духи, они все это перебивают. Кстати, крышечка в этот раз вот какая-то не очень такая хорошая. В смысле, открывается легко, и такое ощущение, что вот она еще чуть-чуть и отвалится. Поэтому я его оставлю себе. И тут у меня еще два геля будут на новогодние подарки. Дашке и Ирке. Вряд ли они меня смотрят, поэтому не узнают. Ну, будет как бы сюрприз. Вот этот я бы, конечно, себе бы оставила. Но я не знаю, что конкретно хочет Ирка на Новый год. Если действительно гель, то подарю ей, я себе закажу потом. Фиг откроешь вот этот вот. Все-таки классно пахнет. Не зря его выбирала. Это увлажняющий гель «Райский сад». У меня его, кажется, уже Грищук заказывала. Ну и еще один кремовый, ухаживающий, увлажняющий крем. Гель для душа, ароматерапия с экстрактом масла ши. Такой. Все три сенсуса. Этот тоже всех открывается. Но я его все-таки открыла. Ну, тоже приятно пахнет, так ненавязчиво. Непонятно чем. Может быть, это масло ши так пахнет. Вот такой небольшой у меня заказик. Ну, что сказать. В скором времени будут обзоры Фрашевского небольшого заказика с духами, который я в четверг получу. И, наверное, я все-таки сделаю еще один заказик в Фраше. Мне пришла рассылка такая, там, духи в подарок за заказ за 1000. Нырольки, которые я то думаю заказать, то думаю не заказать. Теперь я ее хочу. Если вам мой обзор был чем-то полезен, вы досмотрели до меня до конца, то спасибо вам. Ну и всем привет и пока.